Всем привет! С вами Ростиксон. Сегодня будет обзор крутой игры, интересного токена NT и небольшой розыгрыш $10 в токенах проекта, о котором скоро узнаете, если посмотрите видео до конца. NextType — это интегрированная платформа распространения блокчейн-игр для создания геймверс следующего поколения в грядущей метавселенной. Добро пожаловать в NextType! NextType — это интегрированная экосистема приложений для игр NFT и DeFi, которая может быть кросс-цепочкой, кросс-платформой, что позволит создать более эффективный и бесплатный протокол обмена активами NFT для мира блокчейна и предоставить пользователям высококачественные многофункциональные приложения на основе игр плюс DeFi, игр плюс синтез NFT и NFT плюс DeFi. NextType предоставляет начальный канал распространения зашифрованных токенов для различных инициаторов блокчейн-проектов на основе DeFi в играх. NextType также предлагает базовую техническую поддержку обновления активов NFT для онлайн-игр и устанавливает ценностный мост между миром блокчейна и традиционным игровым миром с помощью NFT через DApp. Создайте платформу для игровых приложений, которая проще в использовании с более высокой эффективностью, меньшими затратами, а также обеспечивает всестороннее расширение возможностей рынка, трафика, ресурсов и взаимодействия. NT — это собственный токен ERC-20 в цепочке Хека, выпущенный NextType Finance. Он будет использоваться для оплаты игр, стимулирования, управления, разработки и сжигания в экосистеме NextType. Пользователи, владеющие токеном NT, могут чеканить активы NFT в NFT Master и получать в операциях доход от активов NFT. Владельцы NT могут поставить NT на ограниченные продукты в экосистеме NextType, чтобы получить право голоса и участвовать в операциях и управлении оплатой игры. Владельцы NT могут приобретать игры и пополнять запасы в экосистеме NextType. Покупка NFT. Держатели токенов NT могут покупать и торговать NFT в экосистеме NextType. Резервы. NT будут направлены на будущие программы и поддержку сообществ, маркетинг, обменные сборы, ну и долгосрочную ликвидность. А теперь самое интересное – сжигание. 50% поступлений NT и 15% других поступлений по токенам от ежедневных операций будут периодически сжигаться. При этом предел сжигания составляет 20% от общего количества NT. Для пользователей, владеющих токеном NT, они могут сделать ставки в играх в экосистеме NextType, чтобы получать доход. Ну, грубо говоря, стейкинг. Кстати, у меня 4800 монет, и я их закинул в стейкинг. Скоро покажу. Майнинг Тайкун — это блокчейн-игра с виртуальным майнингом в качестве основного игрового процесса. Игрок возьмет на себя роль владельца майнинговой фермы и будет использовать свою собственную стратегию для повышения уровня и модернизации майнинговых машин для повышения вычислительной мощности. Стейкинг — очень интересно. В игре есть пулы с одним или двумя токенами. Ну, грубо говоря, вы стейкаете свои токены и получаете вознаграждение. Пул майнинга BTC. Это один из самых увлекательных стейкингов. Бассейнов, как мне переводят. Игроки могут участвовать в майнинге биткоина, поставив указанные лицензии на NT и майнинг. Реквизиты для игр NFT. Давайте об этом поподробнее. В игре будут выпущены различные ограниченные реквизиты NFT, которые будут добываться в специальных бассейнах. Продажи NFT также будут регулярно проводиться в игре. В дополнение к стоимости сбора, эти реквизиты NFT также будут приносить прибыль от игры, например, менять машины и фигуры NPC, а также повышать доход от NFT. Ну вот, к примеру, самая крутая NFT-шка здесь — это Ханазава Кана, ее будет всего 200 штук. И у нее особенность то, что ежедневный ограниченный по времени двойной доход в специально отведенном пуле. Тут еще есть NFT протонная машина, их уже 1000 штук. Вы благодаря такой NFT увеличите выпуск NT на 2% пули новичков среднего уровня. И тут довольно много таких NFT, и у каждых NFT есть своя особенность. Все ссылки будут в описании, как на сам сайт NextType, как и на игру, так и на сайт игры, где есть подробные гейм-туториалы. Например, как заработать NT, мы
нажимаем, и тут сразу нам показывается видео. Тут много типовых вопросов, где все объяснено в видео. Но если вы, к примеру, не знаете английского или просто не хотите смотреть видео на английском, тут есть полный учебник для начинающих, где текст на английском, и вы можете перевести в переводчике или прочитать самостоятельно. Это было введение про игру, теперь я покажу сам геймплей и что делать. Вот мы и в самой игре, тут у нас сверху золото, там разные очки, сколько мы получаем в час, какой у нас уровень. Кстати, туториал слева, вдруг кто-то что-то не понял. Тут стоит 6 майнинговых машин. Грубо говоря, каждый час, ну, примерно нам приходит золото, и мы можем прокачивать свои майнинговые машины, тем самым повышая уровень и количество золота, которое мы будем получать. Также вот снизу есть кнопка Pulse, которая мне нравится больше всего. Я сам лично стейкаю в Rookies. Primary пули. У меня 4800 NT. Тут APR довольно большой, 477%. Я уже получил более 120 NT благодаря стейкингу. Также мы можем смотреть свой ранг по количеству NT, которое мы получили. Я, например, лично вхожу в топ 100, я на 86 месте. Тут также можно смотреть по силе, power. На первом месте 6 миллионов. Ну, у меня всего 1,5 миллион. А, очень важно, вот Mi. В настройках вы видите реферал-код. Мой код, если вы его введете, то у вас будут бонусы. Его вводите во вкладке My Friends, Fill Referral Code. Вот примерно так. Также у нас есть почта, куда нам иногда приходят интересные письма. Теперь о самом токене NT. Как вы видите, его довольно выгодно стейкать, что я и делаю. Где его купить? Его можно купить на Dodo. Для этого вы должны сначала добавить этот токен. На Dodo он стоит 19 центов. Кто-то может сказать, что это много, но я считаю, это не совсем так. Потому что на IDO от SafePal его продавали за 10 центов. То есть сейчас, по сути, всего 2 икса, а IDO от SafePal дают обычно больше. Особенно учитывая, какой сейчас бычий рынок. Что я еще хотел сказать? А, чуть не забыл о конкурсе. $10 получит рандомный комментатор. Конструктивный. Он должен быть связан с этой игрой. Например, мнение в вашей игре, опыт игры. Я играю в эту игру и вам советую. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Ой. $10. Чтобы получить, нужно зайти в мой телеграм-канал. Телеграм-канал NextType. Оставить конструктивный комментарий. И в телеграм-канале я назначу время, когда проведу розыгрыш и сниму одним дублем. Так что все будет честно. Оставляйте комментарии. На каждый аккаунт можно один комментарий. Вот примерно так.